здравствуйте, меня зовут Настя, я студентка Московского института стали и сплавов, 4-й курс. Хотелось бы рассказать о таком несколько переломном моменте в моей жизни. Некоторое время назад мне казалось, что все совсем плохо, что я с головой погрязла в учебе, это очень легко у нас в институте, у нас очень слабо развита другая, внеучебная жизнь. Мне тогда пришлось потерять год, я перевелась на другую специальность с потерей года, но я попала в замечательное место на Байкал. Эту поездку устраивал наш институт, недели на острове Ольхон. Место было потрясающее. Это место, где можно остановиться и подумать, понять, чего ты хочешь, осознать то, что в жизни есть что-то красивое, прекрасное, есть к чему стремиться. Собственно, это мне помогло попасть сейчас вот в школу вожатых, потому что захотелось к чему-то стремиться, к чему-то идти, искать что-то. Если этого нет у нас в институте, то в другой стране где-то. И пропало вот то сожаление от потери этого года, потому что если бы я его не потеряла, я бы не попала в такое прекрасное место, как Байкал, собственно. Вот.